Всем привет! Приветствую вас на канале Товар распаковки. Сегодня будет обзор миксера от компании Philips, который называется миксер Viva Collection, модель HR3750. Я его в этом видео распакую, посмотрим, какая у него комплектация. Ну и покажу, что внутри, как он работает. Это миксер мощностью 450 ватт. Есть такая тарелочка, которая крутится. Есть два венчика для взбивания теста. Так что поехали смотреть. Итак, начинаем нашу распаковочку. Он пришел вот такой коробочке. На коробочке написано, какая у него мощность. Мощность 450 Вт. Есть 5 режимов скорости. Есть кнопка турборежима. Удобная вилка, шнуры, чаша 3 литра. Нескользящая ручка. Можно использовать его без чаши. Удобная установка на подставку. Ножки на присосках. И очень простая очистка внутри. Есть еще два венчика для теста, для крема. Так что очень хорошая, мощная штучка, очень удобный и хороший миксер. Итак, открываем, разрезаем вот так его вверху, он пришел такой запакованный скотчем. Так, открываем коробочку и посмотрим, что у нас внутри встречает. Так, разрезаем вот здесь, чтобы было удобно. Ссылочку на миксер я оставлю внутри, так что посмотрите, кому понравится, можете себе приобрести. Итак, внутри у нас встречает вот такая макулатурка. Здесь есть вот такой сертификат соответствия, сертификат качества. Вот здесь как все расписано, есть печати, подписи, все как положено, все как мы любим. Вот такая тоже идет книжечка, гарантийки. Это все у нас видим. Philips, еще одна такая бумажечка. Ну, много. Кто любит читать, начитается, найдет чем заняться. На разных языках все. Все как надо. Вот такая цветная упаковочка. Не упаковочка, а такая листовочка. Здесь есть, можно отсканировать, зайти на сайт, посмотреть, проверить эту модель. Ну и приступим смотреть, что у нас внутри. Отложу немножко в стороночку и посмотрим, что у нас здесь. Вот здесь такая коробочка. И здесь внутри есть венчики для взбивания теста, для взбивания крема. Их вот такие два вида. Вот видите? Вот такие, это очень удобно для крема, для всего. И это для теста. Тоже дальше покажу, как его все подключать. А пока мы их отложим в стороночку и посмотрим, что у нас есть дальше. Далее у нас идет вот такой, сейчас доставим сам миксер. Вот в такой он упаковочке. Так, сейчас мы его откроем. Ну, такой размер небольшой, удобный. Здесь есть 5 режимов, 5 скоростей. Очень удобно, хорошо переключается. Эта кнопочка, чтобы венчики сюда вставлять, нажимать на кнопочку, и они вылетают. Так, вставляем, и они так вылетают. Сейчас мы попробуем его вставить. Так, вот. Так, он сюда вставляется. Тут на защелочке он должен защелкнуться. Так, вот этот вставился, немножко придавить, такой щелчок, и он защелкнулся. И вот сюда тоже этот, так, устанавливается, тоже должен быть щелчок, и вот он установился. И 5 скоростей, вверху вот эта черная кнопочка, чтобы венчики вылетали отсюда. И рядом есть еще кнопочка, турбо кнопочка вот ниже, там где скорость переключается. Вот здесь такое вот, видите, описание: 450 ватт, какая мощность, ну, вот все эти значки, все здесь есть, тоже все как надо. Дальше вытягиваем основную часть. Здесь вот тоже такая подставочка, на которую устанавливается сам миксер. Чаша у нас 3-литровая такая металлическая, что очень удобно. Есть такие присоски, что очень удобно на столе крепится, и он не скользит. Поэтому очень хорошая штучка. Вот так он ставится. Сюда надевается сам миксер. Фиксируется он очень легко и очень быстро. Поставили щелчок, и уже все на месте. И вот
здесь так включать, и можно пользоваться, чаша крутится и взбивается, тесто, кремы, ну все что угодно, очень удобно. Зарядили, поставили на взбивание, если пошли свое дело делать, он там взбивает, все делает, хорошая штука, так что буду рекомендовать. На кухню незаменимый помощник. Я думаю, нужно его подключить к розетке, посмотреть, как он работает, какой шум. Вот такая чаша. Здесь включается несколько скоростей, он начинает вот так крутиться и взбивается все, что вам нужно. Сейчас я подключу это все к розетке, вы послушаете, как на уровень, какой уровень шума и как оно все работает. Итак, подключили мы его в розетку, и сейчас посмотрим, как он работает. Вот включаем первая скорость. Видите, так медленно он крутится, все идет. Звук такой, можно сказать, не сильно громкий. Ну, для 450 ватт, я думаю, нормальный. Включаем вторая скорость. Уже быстрее он сбивает. Третья скорость, видите, уже пошло, все крутится, сбивает. Четвертая скорость. И пятая. И вот кнопочка нажимаем, режим турбо. Вот так он работает. Будет сбивать ваши кремы, ваше тесто. За свои деньги отличный аппарат. Philips, фирма хорошая. Я думаю, понравится многим. Плюс большой, что металлическая чаша. 5 скоростей, турборежим. Хороший аппарат, так что ссылочки будут внизу, посмотрите. Кому понравится, можете себе приобрести товар, я рекомендую. Ну, Philips вообще хорошая фирма, могу рекомендовать. Ну и всем спасибо за просмотр, ставьте пальчики вверх, нажимайте на подписочку, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем спасибо за просмотр, я думаю, пока-пока, до новых встреч. И всем спасибо.